Ну что, есть у тебя стручки душ? Конечно, куча всего. Что мне с этим делать? Потрясающий клинок. А, неважно. Просто забери эту проклятую штуку. Мне так жаль мертвых, которым суждено провести здесь вечность. Это все так печально, словно они до сих пор страдают. Ну что? Конечно, куча всего. Что мне... Поверить не могу, что отдают такую вещь за какую-то сушеную травку. Ну ладно, сделка есть сделка. Ну что? Ну, у меня столько дел, даже не знаю. Страшно жалко отдавать. Но с другой стороны... Мне-то это зачем? Ну что? Ну, у меня столько дел, даже не знаю. Это не помешает вырвать у тебя душу. Но, по крайней мере, труп будет выглядеть прилично, когда свалится на землю. Ну что? Конечно, куча всего. Что мне с этим делать? Ага, вот, держи. Я там ни слова не понимаю. Может, хоть тебе пригодится. Ну что? Ну, у меня столько дел, даже не знаю. Ты что, издеваешься? Верить не могу, что отдают такую вещь за какую-то сушеную травку. Ну ладно, сделай. Есть сделка. Что там?
кто там. Хорошо, что я доверяю твоим. Посмотри на небо. Что же это за место такое? Что там? Хорошо, что я доверяю своему слуху. Чего тебе? Интересно, как я могу закончить мой труд, когда меня постоянно прерывают? Ну да, это я о том. Если бы я не потерял все страницы, я бы не был сейчас в таком затруднительном положении, и мы бы с тобой не разговаривали. Хорошо. Думаю, пару минут я могу тебе уделить. Я Джиуб. Некоторые зовут меня Святым Джиубом, другие называют Джиубом Избавителем. Не доводилось обо мне слышать? Не могу сказать, что удивлен твоим ответом. А куда я не издам второй том, никто не будет знать о моих достижениях. А книги я бы не стал называть 26-томную эпопею книгой. Наверняка тебе приходилось слышать это название.
восхождение и падение святого Джиуба Избавителя, героя Моровинда и спасителя Данмеров. Может, лучше предоставить написание книг профессионалам и перестать советовать глупости. Ужасно. Просто ужасно. Я был уже на середине второго тома, и тут вдруг они схватили меня и бросили в эту тюрьму. Это нечестно. Проклятые Дреморы и его приспешники. Они даже не дали мне объяснить, кто я такой. Ну да, похоже на то. Он выпустил в меня заклинание из какого-то черного кристалла. А в следующее мгновение я оказался здесь. Мою что? Стой! Это значит... Нет. Столько месяцев, или даже лет. Я даже не помню, сколько времени прошло. Теперь мой труд никогда не выйдет в свет. Мое имя будет забыто. Возможно, ты можешь выйти отсюда? Пусть я и не могу, зато может моя книга. Чтобы закончить второй том моей эпопеи, мне нужны записи из первого тома. Иначе придется все восстанавливать по памяти. Когда меня бросили сюда, во время падения, я выронил страницы, которые держал в руках. Их было всего 10. Разыщи их для меня. Умоляю. Ну, это дурацкий вопрос. Все, кто здесь проезжал, говорили, что врата Обливиона открываются по всему Тамриэлю. А это было так давно. Надо же. Ну, все началось с того, что последователи Мируниса Дагона убили императора Буриэля Септима VII. На троне Империи больше не было Септима, и Дагон смог покинуть Обливион через врата и напасть. Я знаю лишь, что когда на троне не оказалось Септима, драконьи огни в некоем месте под названием Храм Единого погасли. И значит, мы стали уязвимы для сил Обливиона. Понятия не имею. Все было хорошо, пока на меня не напал тот Дремора. Мне-то про эти врата другие души рассказывали. Я только могу предположить, что теперь врата уже закрыты. Я только что переехал из дома моих предков в Моровинде на континент Сирадил. Я поселился в городе Квач, чтобы в мире и покое поработать над своими воспоминаниями. Именно. Я сидел и спокойно писал. Вдруг дверь с грохотом распахнулась. Это была группа Дремора. На город напали. Я уже приготовился сразиться с Дремора. Думая про себя, что это будет еще одна жемчужина в венце моих воспоминаний. Об этом нетрудно догадаться. Ведь теперь я лишь бледная тень прежнего себя. Я так и не знаю, что случилось с Квачем. Интересно, справились ли они там без меня? А, да. Святой Джиуб, Джиуб Избавитель, Джиуб Великолепный. Я получил большинство этих титулов благодаря моей борьбе с крылатой угрозой. Да,
Я, конечно, говорю о скальных наездниках. Мерзкие твари. Эти паразиты прямо-таки наводнили небеса Моровинда. Мерзкие летучие твари с гадкой привычкой нападать неожиданно. Освободившись из тюрьмы, я решил изменить свою жизнь. Сделать что-то хорошее для народа Моровинда. Скоро стало ясно, что лучший способ отплатить им добром — это истребить скальных наездников. Само собой, выследил и перебил всех до последнего. Много лет ушло. Народ Моровинда был так благодарен за то, что по дорогам снова можно ходить, ничего не опасаясь, что начал называть меня Святым Джиубом, а потом и другими именами. Это был темный период в моей жизни. Я делал много такого, о чем в конце концов пожалел. Может быть, именно поэтому я столько работал, чтобы искупить свою вину, когда освободился. Я убивал других ради денег. И прежде чем ты решишь, что я принадлежал к какой-нибудь романтической секретной организации, подумай еще разок. Мне просто нужны были деньги на скуму. Стоила она недешево, а на убийство всегда есть спрос. В конце концов, я откусил больше, чем мог проживать. Мне заплатили за убийство какой-то шишки из дома Редоран. Вот только я не знал, что кто-то заказал этого типа еще и Мороктон. Именно. Он добрался до моей цели первым и вызвал стражу, чтобы замести свои следы. К тому времени, когда я туда добрался, они были уже на чеку. Прыгнул прямиком в ловушку и даже не понял этого, пока меня не схватили. Меня судили, посадили на тюремный корабль и отправили в тюрьму в город Вивек. Да уж, времени на раздумья у меня было достаточно. Еще раз спасибо за поиски. Не знаю, что бы я делал без этих страниц. Можно подумать, что вампиру здесь должно понравиться. Но это не так. Давай найдем мою маму и уберемся отсюда скорее. Как же я ее назвал? Великая охота. Или просто охота. Мне не хватает солнца, зеленой травы, синего неба, просто жизни. Посмотри на небо. Что же это за место такое? Thank you.
Воздух, земля. Здесь все не так. Арбак! Он спасен! Его душа свободна! Я чувствую! Он верный конь. Я научу тебя, как подзывать его. Он станет тебе верным другом в этой несчастной дыре. Но бьюсь об заклад, он будет куда счастливее там, где больше солнца. Прощай! Береги моего Арвака! Добрый конь это заслужил. Не может быть. Тирана? Это действительно ты? Не могу в это поверить. Как нам попасть внутрь? Нам нужно поговорить. Тирана, что ты здесь делаешь? Где твой отец? Он не знает, что мы здесь. Нет времени на объяснение. Значит, я не справилась. Харкон нашел способ расшифровать пророчество, так ведь? Нет, ты все не так поняла. Мы здесь, чтобы пророчество сбылось, но не так, как он вбил себе в голову. Подожди, кто это с тобой? Ты совсем с ума сошла? Нет, не... Ты, подойди сюда. Я хочу с тобой поговорить. Скажи, как так получилось, что моя дочь путешествует в компании вампира смешанных кровей? Какая интересная формулировка. Я бы сказала, что Тирана была в куда меньшей опасности, пока мой нелепый план действовал. Тирана принесла огромную жертву, чтобы Харкон не смог завершить пророчество. Смею предположить, что это она тебе объяснила. Ты думаешь, я решилась бы запереть собственную дочь в гробнице лишь ради безопасности того древнего свитка? Свитки — лишь инструменты. Ключ к тирании солнца — сама Тирана. Когда я сбежала из замка Волки Хар, у меня было два древних свитка. Свиток, который был у Тираны, повествует об Ауриэле и его магическом луке. Во втором свитке говорится: «Кровь дочери Холодной Гавани ослепит глаз дракона». Как и я, Тирана когда-то была смертной. Мы были верными последовательницами лорда Молога Бала. Традиция требует, чтобы в день вызова Молога Бала ему были преподнесены женщины. Мало кто переживает церемонию, но уцелевшие превращаются в вампиров истинной крови. Мы называем их дочерями Холодной Гавани.
Так некоторые зовут владение Молога Бала в Обливионе. Теперь ты понимаешь, почему я хотела защитить Сирану, и почему я держала второй свиток так далеко от нее, как могла. Для завершения тирании Солнца Харкону нужно заполучить лук Ауриэля и отметить его кровью Сираны. С его точки зрения, ее гибель послужит благу всех вампиров. И как, прости, ты планируешь свершить пророчество без гибели моей дочери? Ты вообще меня слушаешь? Я такой же чистокровный вампир, как и Сирана. Мое присутствие в Тамриэле столь же опасно, как и ее. Тебя не беспокоит ни Сирана, ни наша беда. То, что связано с тиранией Солнца, для тебя лишь способ приблизиться к Божественному. И как Харкон, ты без малейших сомнений уничтожишь все, что встанет на твоем пути. Сирана? Этот незнакомец, возможно, считает себя вампиром, но ему ничего не известно о нашей борьбе. Почему я должна доверить тебя ему? Этот незнакомец за то короткое время, что мы знакомы, сделал для меня больше, чем ты за многие века. Да как ты смеешь? Я отказалась от всего, что было мне дорого, чтобы защитить тебя от фанатика, которого ты называешь отцом. Да, он фанатик. Он изменился, но он все еще мой отец. Постарайся понять, что я чувствую. Сирана, когда же ты, наконец, раскроешь глаза? Когда твой отец узнает о твоей роли в пророчестве, что ему нужна твоя кровь, ты окажешься в огромной опасности. И чтобы защитить, ты решила оградить меня от всего, что я любила? Ты никогда не спрашивала, хочу ли я, чтобы меня заперли в гробнице. Ты считала, что я должна слепо следовать за тобой. Вы оба были одержимы, каждый по-своему. Твоя мотивация, возможно, была иной, но в конечном итоге я и для тебя просто пешка. Я хочу, чтобы мы снова стали семьей. Но я не знаю, суждено ли этому случиться. Возможно, мы не заслужили такого счастья. Возможно, это не для нас. Но мы должны остановить его прежде, чем он зайдет слишком далеко. А для этого нужен древний свиток. Прости, Сирана. Я не знала. Не понимала. Я слишком долго позволяла ненависти к твоему отцу держать нас на расстоянии. Прости меня. Если тебе нужен древний свиток, забирай его. Я пока не могу разобраться в твоих намерениях, но во благо Сираны я помогу тебе, чем смогу. Да, с тех пор, как я оказалась в заточении, я храню его. К счастью, у тебя есть шанс уничтожить барьер, который окружает эти руины. Нужно найти самые высокие каменные шпили из тех, что окружают эти руины. В их основаниях устройство для подпитки барьера энергией. Ее забирают у несчастных душ, которые здесь обитают. Уничтожь смотрителей шпилей, и ты уничтожишь барьер. Еще одно предупреждение. В Каирне обитает дракон по имени Дюрнивир. Остерегайтесь его. Идеальные повелители поставили его следить за смотрителями. И он, несомненно, вмешается, если сочтет тебя угрозой. Когда я попала в Каирн душ, я планировала заключить сделку с идеальными повелителями, правителями этих мест. Я просила о пристанище в Каирне душ в обмен на души, столь желанные для идеальных повелителей. Если бы я могла предвидеть, что дороже всего они оценят мою собственную душу, я бы и не подумала сюда заявляться. Идеальные повелители натравили на меня своих смотрителей. Мне, к счастью, удалось сдержать их натиск и скрыться в этих руинах. К несчастью, да. Поскольку смотрители не смогли добраться до моей души, они велели своим слугам создать барьер, который мне не под силу преодолеть. Время мало что для меня значит, но как следствие оно мало значит и для идеальных повелителей. Полагаю, это можно назвать своеобразной игрой в гляделки. Сидеть и ждать, кто сдастся первым.
Я о них практически ничего не знаю. Это некие магические сущности, которые правят Каирном душ. Они контролируют все его аспекты, внешние и внутренние. Некоторые некроманты считают их кристаллическими конструкциями, которые встречаются в Каирне. Я сама считаю, что этим все не ограничивается. Думаю, они существуют за пределами того, что мы воспринимаем как физическую форму. Возможно, некогда они имели физическое воплощение, но, очевидно, достигли точки, когда реальное присутствие им уже не требуется. Проводники, позволяющие идеальным повелителям общаться со своими подручными и питаться своими жертвами. Слабость идеальных повелителей в их ненасытной жажде чистых душ. Это и есть причина существования Каирна душ. Именно эту жажду используют некроманты, пытаясь договориться с ними о сделке. Способность призывать могущественных мертвых стражей, подобно тому, как призывают Даэдра и Атронахов. Однако большинство некромантов, имевших глупость заключить сделку с идеальными повелителями, сами заканчивают свой путь здесь, в роли жертвенных душ. Тебе довелось попутешествовать по Каирну душ, и твое тело привыкло. Теперь у тебя не будет никаких сложностей с использованием портала. Скажем так, в путешествиях крошечный кусочек тебя будто стерся, а его место заняла частица Каирна. Будьте осторожнее и береги мою дочь. Убьем этих смотрителей и вернемся к темнице. Думаю, мне стало легче. Все это столько времени во мне копилось. Ты не представляешь, как долго я хотела сказать ей это. Пойми, я любила отца, но когда он узнал о пророчестве, оно стало его жизнью. Все остальное утратило ценность, даже мы с матерью. Я была близка с мамой, а она постоянно говорила о нем. Ее слова были убедительны. В конечном итоге я прониклась ими. Как я уже говорила, мы никогда не были особенно близки. Никаких таких «папочка», «доченька», если ты понимаешь, о чем я. Но после того, как мы обратились к Мологу Балу, было уже не до мысли о семье. «Сила важнее всего», — говорил он всегда. Ну да, я только сейчас начинаю понимать, что моя мать оказалась ничуть не лучше отца. Он был одержим властью, она была одержима желанием не позволить ему добиться цели. Все это было просто невыносимо. Наверное, я могла сразу догадаться. У нас было бы куда меньше проблем. Ты не знаешь, каково это — вырасти в такой семье. В конечном счете все валится на тебя. Ладно, нужно двигаться дальше.
могу вспомнить, сколько времени я уже здесь. Прошел день или столетие. Я живу в темном мире, куда не проникает ни один луч света. Это время не на минуту. Убьем этих. Смотрите, я не знаю. Чем скорее мы отсюда уберемся, тем лучше.